Что касается ОРВИ, то с начала года в Нефтеюганске зарегистрировано 250 случаев. Во время эпидемии их бывает до 1500 в неделю. Медики считают, что снижение заболеваемости удалось достичь за счет активной прививочной кампании. Вакцинацию прошли практически половина жителей округа. Тем не менее, профилактика продолжается. На протяжении всего января в городах региона будут проходить информационные встречи, тематические занятия, семинары в образовательных учреждениях. Снизить вероятность заражения можно, ограничив пребывание в общественных местах и транспорте. Стоит использовать специальную маску в местах скопления людей, часто мыть руки, вести здоровый образ жизни.